Привет, ребята, это Саша, я Анатолий. Мы сейчас, короче, летим на параплане 3000 метров. Саша, готов? Да, всегда. Да, находимся в Гудоуре, Грузии, кстати, для тех, кто не знает. Саша, держи камеру. Скажу, побежали. Главное, наклонись вперед, как ты понимаешь. Да. И будь готов, нас потянет в другую, в противоположную сторону. Упирайся. Главное, не падай. Самое главное, задача стоять на. А то остановлюсь. Готов, да? Да. Поднимай его. Вперед, стоит. Вперед, вперед. Не перетекай, через него. Понял, да? Саша, иди ко мне сюда. Идем ко мне. Да, да. Ну вот сюда, короче, я иду. Но не через лыжи. Вообще, не через лыжи. Просто стой туда. Смотри, вот эту палку. Ага, максимально. Смотри, вот эту палку. Видишь, смотри. Смотри, вот эту палку. Вот оттуда, видишь. Да. Удобно? Да. Поздравляю. Блин, класс. Я думаю, тебе понравилось. Коленку левую сделай вверх, иди ко мне. Удобно, усажу тебя. Давай правую тоже самое вверх можешь сделать. Вот так. Вот так, да? Бомба. Саш, все хорошо? Да. Поздравляю. Ну как фишки. Ну, ребятки, в воздухе. Камерку подлиннее сделаю немножко, палочку. Давай-ка я сам. Дня 4 с утра всегда солнышко да, было. Да, ты заметил тенденцию. Да, к обеду по чуть-чуть затягивает. Но вчера целый день до 6 часов было солнце. Да. Но ветер был не очень хороший вчера. В обед, сильный ветер. Ну, для катания, да? Для ну, летания, для, летания. Ветер, парасейлинг же называется правильно? Параплан. Параплан. А спорт? Парасейлинг, да? Парапланеризм. Это по-русски. А если по-английски параглайдинг? А, параглайдинг. Параглайдинг. Или, ну, параглайдинг, ты можешь по-русски сказать параглайдинг, да? Параглайдинг, это по-английски. Парапент, это по-английски. Ты на лыжах и на борде? И на лыжах, и на борде, но лыжи больше. Я больше вожу, и сам удовольствие. Когда время есть. У меня трое детей. О-о-о. Ну, вы сейчас в Грузии на ПМЖ или да, там, и там? Постоянка. А. Давно переехали? Это гора впереди нас. 20 чертили. На Волмисе. Вот это вот Мепискала. Шархота, ДДН и Харисар. Это Мепискала, весь вот этот вот комплекс. Ага. Иногда ходим туда, там ночуем на 3000, катаем вот это. Да. Красивый очень. Ну это в апреле, короче. Снег летом лежит или. Нет, летом. До конца мая там еще можно встретить снег, но уже не катабельный. Все каталки, все выходы туда максимум 10-15 мая. Все, закончено. Это максимум.
Ты в основном фрирайдишь, наверное, да? Да. Фрирайдишь, класс. Ну да, тут просто одна сложная трасса везде. Частенько бывают какие-то случаи летальные. С лыжами много случаев. Ну да. Никто гарантий никаких не дает в этом виде спорта тут. Конечно. Не могут быть гарантии. Поворотики? Адреналинчика добавить. Наверное, можем. Можем немножко. Тебе понравится, так как ты, мне сказали, прыгал с парашютом. Да, было разок. Да, разок, да. Тебе понравится. Во время приземления, скажи тебе, ножки сделать вверх. Ага. Твоя позиция. Когда ты смотришь на ножки, делай пару шагов вперед. Делаешь. Сейчас ты будешь легче. Новый Гудаурик. Трассы тоже комплексно построили или трассы всегда? Трассы сначала появились. Ребятки, немножечко покрутимся, кайфанем. Куда без этого? Саш, готов? Да. Давай. Жах и жах. Будем раскачиваться влево-вправо, влево-вправо. Тебе понравится амплитуда. Динамика тоже, такой роллер-костер. Хорош. Да. Качели. Настоящая качеля просто. Ого! Хватит! Все, все! Ты что? Вот эта тема! Погнали на посадочку! Да! Тема! Покачать хорошо! Если бы не сделал, тебе бы не понравилось! Ты бы сказал, фигня! Нет, так типа слишком спокойно, да, всю дорогу! Ништяк! Делай ножки! Красота! Давай, право уйди. Опа, накрыли. Офигенчик. Поздравляю, Саш. Спасибо. Ты стоял. От души. Крутяк, крутяк, спасибо. Ну и грудь, ребята. Украина летает. Будем рады. Приезжайте в Латоре. Команда Скайтлатида. Супер! Чуть-чуть счастливее. Отлично. Отлично. Класс.